5 декабря мы вспоминаем событие, знаковое для нашей страны. 76 лет назад, после 2 месяцев обороны, советские войска перешли в контрнаступление в битве под Москвой. За исходом тяжелейших боев у стен столицы советского государства и тревога и надежда следил весь мир. Приурочив к этой дате, руководством 3-й гимназии была проведена общешкольная линейка, где учащихся ознакомили со значимой для всех россиян датой. Пятое декабря – еще один повод вспомнить героев той войны. Победа советских войск под Москвой и начало контрнаступления имели не только огромное военное, но и политическое международное значение. Об этом было сказано на мероприятии. Празднество также сопровождали тематические выступления учащихся и музыкальные композиции. Как отметило руководство гимназии, в их учреждении объявлена неделя воинской славы, где педагогами с привлечением школьников будут проводиться тематические мероприятия «Классные часы». По мнению организаторов, учащаяся молодежь проявила интерес в ознакомлении с историей воинской славы России и желание принять активное участие. Бурлия Цамбиева, Тагип Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».